Между тем, на фоне непростой обстановки с коронавирусом в Алматы наращивают коечный фонд. В городе начали подключать уже резервные места. Один из стационаров развернули на базе спортивного комплекса «Халык-Арена». Туда госпитализируют пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, а вот заболевшие с легкой формой продолжают лечение на дому. Насколько оно эффективно, пытался выяснить Денис Земцов. Резервный стационар на базе спорткомплекса «Халык-Арена» давно подготовлен и оборудован на случай резкого увеличения числа инфицированных. Он рассчитан на 1000 человек и относится к медицинской организации второго эшелона для больных средней тяжести. Сейчас там наблюдают 18 ковидных пациентов. Часть пациентов поступили по скорой помощи. И хочется остановиться на тех пациентах, которые поступили по скорой помощи. Это пациенты средней степени тяжести с поражением легких примерно 30-35%. И в дальнейшем, если будут пациенты даже с легкой степени тяжести, но с сопутствующими заболеваниями и возрастные пациенты, мы будем госпитализировать в Халык-Арена. Тем временем большинство зараженных продолжают получать лечение на дому. Из них свыше 1700 пациентов переносят болезнь бессимптомно и около 1000 в легкой степени. За их состоянием следят мобильные группы, врачи проводят консультации по телефону. Здравствуйте, Айсина Баужанқызы. Здравствуйте. Центр телемедицины города Алматы, врач-консультант Абзал Тавлекельдиевич. Здравствуйте. Хотел узнать на сегодняшний день самочувствие, как ваше? Ну, в принципе, не хуже, чем вчера. Также усталость, температура 37, пульсоксиметром проверяю, насыщение кислородом нормальное. Угу. Только это, кашель. Отлично. Лечение получаете, да, по схеме? Да, получаю. Посредством видеозвонка врач может убедиться, действительно ли пациент соблюдает домашний карантин. А в случае ухудшения состояния больного, его своевременно госпитализируют в стационар. Всего в городе подготовлено 28 ковидных клиник мощностью 7011 коек и 250 реанимационных. Такой коечный фонд предполагает до 500 госпитализаций в сутки. Денис Земцов, Арсен Сандыбаев, телеканал «Алмата».